Жарко. Лето почти закончилось. Не знаю, когда вы посмотрите этот ролик, но вы на канале Рыбакит. И я сегодня хочу нарисовать что-нибудь старенькое, такое совсем старенькое. Так что называться это будет глазки. Смотрите, такие старенькие мои рисунки. Когда-то рисовал глазки. Причем я это рисовал уже очень давно. Учился где-то в университете, кажется, а может быть даже и не я рисовал. Представляете, насколько это давно было, что мне кажется, даже это не я. Вот, но тем не менее я их порисую сегодня. И вообще эта тема с глазками, она интересна мне, но я буду как бы рисовать, ну не особо опять стараясь, как обычно, понимаете. Вот, но возможно вам приглянется то, что в конце концов... Ах, нос что-то чешется, получилось. Я восстановлю свой старый рисунок. Я долго думал, нужно ли показывать свою рожицу на вот этом видеоролике. Потому что она не очень здесь нужна. Здесь есть глаз, и уже как бы смотри на глаз и радуйся. Но так получилось, что я так подумал, что, наверное, стоит показать рожицу, потому что я отдельно сделаю видео, где не будет моей рожицы, и там будет вот просто вот что... Вы хотите это смотреть и смотрите, там не будет рожицы. Так что ищите этот ролик, он где-то недалеко, вероятно, вы его найдете, если поищете. И по тому, как располагаются вот эти линии, и когда я рисую уже прототип вот этого, вижу прототип, я вижу, что мне что-то... Мне очень кажется, что ход мысли человека, который рисовал, похож на мой. Вот так вот, если я когда-то думаю, рисую какие-то линии, мне кажется, что я рисую их именно вот таким образом. Видите, вот так. И они искажены даже в том плане, где я искажаю глаза, когда я рисую какой-то такой подход. Вероятно, что это я. Возможно, что и нет. Возможно, это нарисовала какая-то девочка в общежитии, а я просто это уже забыл и так много смотрел на это, что считаю этот рисунок отчасти даже своим. Хотя, не знаю даже. Здесь вот реснички покажу. Немножко совсем. Тут я знаю, что популярные такие видео с глазами, но я скажу, что навряд ли я сделаю такое супер популярное или красивое, как люди рисуют. Знаете, бывает так очень красиво глазик рисуют, так карандашиком, вот прям стараются люди, да. Им я вижу это, и мне так их жалко, в смысле глаза, не знаю. Ну, мне нравится это смотреть, но почему-то как-то самому мне не тянет. Может быть, я когда порисую вот это, мне как-то это все приглянется, и я скажу, о, почему бы мне тоже не нарисовать. И сейчас я порисую вот такой вот... Не знаю, если еще немножко осталось, я попробую здесь не фломастером, как обычно я рисую. Знаете, фломастером рисую, и это все потом ярко и сочно. Может быть, я даже вернусь к фломастеру. Я хочу попробовать что-то, ну, что-то другое такое, немножко другую графику, что ли, вот такую вот. Так, ну вот такие вот разводы я нарисую, вот так вот это все будет выглядеть. Мне кажется, как нарочно у меня садится здесь в этой кисточке панбреша, бешбрание, как это может называться. Мне кажется, садится тушь, которую я заправлял уже много дней назад, а рисую я довольно много, и она, мне кажется, садится. Но ничего, можно сказать, как нарисовать реснички, как нарисовать стрелки. Я, мне кажется, так назову свой ролик именно таким образом. Как нарисовать стрелки. Хорошо звучит? Вот. Ну, вот таким образом рисовать несложно, согласитесь. Можно нарисовать много-много всяких штук. И вот такими движениями руки можно показывать свои какие-то характерные движения, которые вам нравятся. Вот так, так, так. Наверное, я даже вернусь, может быть, к фломастеру, потому что фломастер, он такой надежный, как, знаете, палкой тыкнул и знаешь, что уже труп. Шутка. Я не знаю еще, куда я выложу этот ролик. Наверное, я выложу на канал свой для детей, потому что, мне кажется, это все-таки не очень страшно рисовать глаз, и даже если я шуточки какие-то отпускаю, то это не должно быть совсем пугающе смотреться.
Так что, наверное, для канала для детей, вероятно, еще на другие каналы, которые у меня есть, я тоже выложу. Так что, что я хочу добиться с помощью вот рисования таких вот глаз? Совершенно, наверное, ничего, кроме как рисования глаз и некий такой вот, мне хочется, чтобы был на моем канале такой некий графический вариант решения, ну, или как, я бы даже сказал, что это ретро-рисование, вспоминание чего-то, вот как я рисую скетчи, пока что я рисую старые, потом буду рисовать новые, и рисую, и продолжаю. И здесь то же самое, вот примерно то, что мне нравится, я всегда и делаю. Я часто делаю то, что мне нравится, и люди за это немножко обижаются. Давайте вот так вот я закончу своей кисточкой, и вернемся, конечно же, к моим любимым карандашам масляной пастелью. Надеюсь, это будет не очень долго. Вот уже 5 минут я рисую рисую карандашами, теперь рисую масляной пастелью. Здесь я совсем немножко подкрашу. Мне кажется, хороший глаз, он должен быть цветным. Не цветным, но, по крайней мере, я постараюсь таким. Здесь вообще от глаза очень мало осталось, согласитесь, совсем. Смотрите, если посмотреть и приглядеться, да, совсем есть квадраты какие-то непонятные, да. Там квадраты, я использую разные цвета, это какой-то орликиновский глаз. Что я думал, когда я рисовал, совершенно я не могу вспомнить. Особенно я, как вначале сказал, что я не могу вспомнить, кто это рисовал, я или кто-то еще. А я потом, например, срисовал и настолько привык, что считаю это своим. Так что, что я думаю сейчас по этому поводу, я могу рассказать. О, точно, расскажу то, что я сейчас думаю. Я думаю, что это рисунок... не глаза совершенно. Человек, вот, который рисовал, он рисовал не глаз, даже не глаз. А что он рисовал, неизвестно. Мне кажется, он рисовал какую-то свою внутреннюю структуру. И из чего он сделан, что ли, может быть, такое вот понятие. Потому что здесь все такое квадратное, квадратичное. И оно напоминает что-то такое непонятное, что ли, вот... Что-то такое, что ты не можешь до конца понять, и такой думаешь, ну вот я хотя бы квадратики порисую, успокоение, такая мандала. Знаете, такие есть вещи, когда люди успокаивают себя, может, для успокоения или для медитации. Вот, наверное, это такой мандала для медитации, рисования. И сейчас, когда я рисую быстро это все, наверное, даже я немножко... неправильно поступаю, потому что мне кажется, нужно медленно рисовать, непонятно. Все спутывать, все вещи. Вот я глаз прорисовываю немножко, потому что мне хочется, чтобы он поцветный, поярче был. Так. Сейчас мы тут основные цвета я накидаю, чтобы в конце уже там вот 8 минут, чтобы в конце за 1-2 минуты я закончил и не затягивал сильно время. Я использую разнообразные цвета, вот розовый. Я бы сказал, назову его глазы Арлекина. Арлекина должен быть веселым. И вот этот глаз, он получается довольно яркий, веселый. Да, он здесь должен быть повеселей. Такой вот яркий, насыщенный фон. Так получается. Вот, призываю вас тоже порисовать глаза. И особенно бесформенные, как мне вот, видите, нравится, когда они имеют форму, но отдаленно что-то напоминают совершенно не глаза, а какие-то кулебяки, что ли. И вот мне не хочется, чтобы терялся такой вот набросок, даже если он не мой, мне все равно хочется донести до вас, что можно рисовать очень ярко, красиво, просто и геометрично, взяв какие-то определенные части тела, к примеру. Вот, к примеру, часть тела, глаз совершенно, совершенно такая вот, можно сказать, вот сейчас это не похоже на глаз. Я не вижу, что это глаз, я вижу, что это черти что и сбоку бантик, но не глаз. Так, что же я еще нарисую? Вот я рисую, думаю, вот надо как-то продолжать разговаривать. И какую-то, если я уже начал такой в подкаст... теме, и я добавил свою рожицу, вы на меня смотрите, я на вас не очень смотрю. Наверное, стоит добавить к тому, рассказать, что давайте
Давайте вы все-таки какой-то ответ назад, получить ответ назад. Это всегда интересно. Я всегда пытаюсь спросить зрителей что-то мне ответить взад, что зритель думает, что он подумал там, или интересует ли. По крайней мере, наверное, я буду просить вас по возможности отвечать на мои вот такие вот запросы. Интересно, если вы скажете. Это будет интересно. Интересно, интересно, для кого-то интересно. Может быть, для меня. Для меня это будет интересно. Определенно, сейчас я найду черный, все это закрашу, как всегда, черным. Я люблю все рисовать черным, вот видите. Сейчас я буду углублять, сейчас я уже присек. Я буду пытаться за 10 минут, наверное, нарисовать один глазик. У меня несколько таких набросков. И вот сейчас я его, как видите, уже почти довел до умопомрачения. Ну, в смысле, я больше навряд ли что-то придумаю. Основные цвета я показал, графику, которую вот человек, когда рисовал, о чем думал, уже можно понять. Сейчас я подправлю, и первый может быть подольше, остальные побыстрее. Графику я менять, наверное, не буду. Я так смотрю, она не такая страшная. Также и буду что-то наносить ручкой, пейнтбрашем, что-то вот так вот буду своей пастелью раскрашивать, как обычно. Что так рассказывать, еще что-то надо, да? Я расскажу, что у меня некоторые ребята пишут, что хорошо бы пастелью рисовать сухой. Есть просьбы такие, и у меня есть, конечно, пастель сухая, и я ее рисую, но не часто, потому что для нее же специальная бумага, представляете, вот это я постоянно этим занимаюсь, я рисую на простой бумаге, вот самая, даже не то, что простой, она очень непростая, в смысле, что она совершенно не предназначена для рисования, это какая-то принтеровская бумага, когда я взял ее, где-то мне досталось с работы, откуда-то просто на выкид шла, а сейчас она кому-то, никому не нужна, а я на ней рисую. Представляете, если я буду сейчас, ну вот такой глаз, я надеюсь, глубину глаза я не могу показать, особенно мне не хочется прорисовку сильно получить, мне хочется совсем слабенько что-то такой намек дать, вот, а вот рядышком внизу я нашел такую картинку, которая может порадовать человека, который со стороны пришел, глянул, посмотрел, удовольствие получил и не пытается повторить, к примеру. Мне кажется, здесь желтенького не хватает совершенно. Вот тут я немножко желтенького добавлю. Здесь. Ну вот. Вот такой глазик получился. Давайте я все убираю. Так. Все на место. Радуемся, рисуем. Что я скажу? Ребят, не знаю, что сказать. Давайте я буду продолжать, а вы посмотрите, что получится, да? Все, вот такой рисунок закончен. Я полностью доволен, что получилось. Получилось очень кулебяка. Как всегда, все черное. Я добавил больше всего черного. В следующий раз будет 2-3 глаза, может быть, и другой графики. Может быть, я даже когда перерисую все свои старые наброски вот этих вот глаз квадратно пучеглазых глазиков, я, может быть, нарисую еще какие-то маленькие, еще разные набросочки, разобью эту тему. Так что все, до новых встреч, пока!